Масштабный ремонт площади длился месяц. Строители заменили 1700 квадратных метров брусчатки. Новая плитка толщиной 6 сантиметров. Такая подходит даже для езды автомобилей. А учитывая, что кататься здесь будут максимум на велосипедах, новое покрытие прослужит долгие годы. В честь завершения реконструкции перед Домом культуры «Юбилейный» руководство города решило организовать праздник. Поздравить жителей Донской приехал и глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что теперь на этой площади будет реализовываться летняя оздоровительная кампания курорта. Большое количество наших юных сочинцев не уезжают из города, и это здорово. А, естественно, летом нужно организовывать наш досуг и... Это нам удается. Другой инициативный проект – это то, что во дворах мы строим спортивные залы. Мы гордо говорим, что из 62 тысяч детей школьного возраста дополнительно у нас спортом занимается 39 тысяч наших детей. В том числе и спортом здесь будут заниматься местные ребята. Городские волонтеры, специально прошедшие школу вожатых, подготовили целую программу на лето. Что же касается качества проведенного ремонта самой площади, то его оценили родители. Ведь кроме самой плитки, рабочие поменяли ливневки, бордюры, отремонтировали ступени, установили новые перила. А вот старый неработающий фонтан решили демонтировать. На его месте появилась зеленая зона с субтропическими растениями. Все рады, мы рады, особенно наши дети, потому что по сравнению с тем, какая была площадка, это очень сейчас удобно стало для детей. Рады, конечно, да, двое детей, всю жизнь здесь гуляем, сами тут бегали в детстве. Спасибо большое за праздник. Площадь преобразилась, и сегодня вот праздник. Мы все это ощущаем, все обновилось, и тут растения появились новые, то есть очень все хорошо. Замечательно. Очень удобно. Детки побегают, не будут спотыкаться. И вообще здесь всегда что-то проходит. Да, здесь всегда интересно. И мне кажется, вообще вот здорово вот это вот все. Да, нам нравится. Присутствовала на торжественном мероприятии делегация из муниципальных образований Краснодарского края в лице заместителей мэров городов по социальным вопросам. Анатолий Пахомов провел для гостей экскурсию по интерактивным площадкам, которые развернулись на обновленной площади. О работе же площадок нашего двора рассказал на конкретном примере. Здесь же на Донской функционирует одна из 148 площадок, где ведется не только развлекательная, но и познавательно-воспитательная работа. Опыт города Сочи гости из края взяли на вооружение. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.